Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Игорь. Продолжаем играть Dragon Age, решил немного броню покрафтить за кадром. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Добавил звука, мне кажется, что тебе... Кстати, тут можно звук добавить вообще еще? Ой, случайно нажал. Можно ли тут еще звук добавить? Потому что говорят тихо, что-то не достало. Каждый день, смотрите, у меня все на сотку стоит, даже... Даже на сотку стоит то, что в это, в винде, блин, ну ладно. Горюсня. Понятно, ладно. Быстро хочу посмотреть, что-нибудь клепать. Охота игра здоровая, охота постоянно что-то клепать. Я думал, каждую локацию буду что-то клепать. Зашел в этот черный магазин, но там вообще полная жопа. Во-первых, неохота все доспехи покупать, потому что непонятно... Какие я найду, какие не найду, они там по 9 штук стоят, у меня всего 30, что ли, 25, 24. Что это такое? Я раз вчера не все продал, откуда... А, это мне выдали опять дерьма вчера. Доставки командования, видимо. Потому что тут ничего нет, кроме вот этого. Все остальное, звуконащее. Шарфа тоже, наверное, оттуда же. Так, хочу для себя какой-нибудь доспех новый делать. Я для всех хочу, кроме кола. Колу мы делали. 156, 4 магии, 50 здоровья, 1 силы воли, 50. Ну это понятно, к барьеру. Минус 50 здоровья. А, с вероятностью это понятно. Вызывает цепную молнию, да? Так, 4 магии, 1 силы воли, 156. Это все, что мне надо знать. Так. Блин, плохо кожа ткани. У меня, короче, с кожей ткани проблемы, зато с камнями нету. И металлами, наверное. Хотя снуфлера я купил, надо сказать. Реально, что-то в этой побегать я уже не знаю, если честно. Я не понимаю, почему это для мага, потому что... Блин, как бы тут дается... Ловкость только, блин. И в этом мне большие проблемы вызывает. Да дай посмотреть. Прикольный, да? Тоже 156. Может такой же, только этот хотя бы. Ну просто хоть в чем-то другом побегаю. Но здесь просто дает ловкость же нам, да? Просто зачем ловкость? Я ж не разбойник, блин. И сила, нахрена на мне. А, нет, смотрите, дает эту. Магию силы воли, я заблуждался, окей. Не все так плохо, так ну-ка дайте посмотрю на доспех боевого стража, чем мы можем склепать. Ну я купил эти. Че? Ну, допустим, ладно, пофигу, говорили. Тоже силу дает телосложением. Говно. Окей. Какаха, чё? Ладно, в таком хоть ради интереса побегать. Я снуфлера покупал вроде. Снуфлер не прокатывает? Чё так печально там? Ну, на тонкий бархат. Наверное, использую, да? Да, было бы лучше вот эту. Еще лучше перепонку. Стоит по-конски все это говно, блин, если честно, ладно. Неважно. Ловкость. Ловкость. Хитрость. Ловкость, 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 хитрость. Ладно, на себя я родную не пожалею. Сила. Тут телосложение будем качать, да? Че, на летним камнем каким-нибудь. Тебя вот неплохо, да? Ты мне побольше телосложения лучше, если честно, блин. Где максимальное телосложение? Пофиг. Так. 12 магия. Тонкий бархат неплохо.
Окей. Это мне еще найти. Побольше желательно. Странно, я на кого я потратил? У меня же была одна. Блин, вот дерьмо. Или еще что-то подобное есть. Еще рассветник дает. Она также и будет цепная молния, пофиг. Легкая. Легкая. Да. Так, не так плохо. По-моему, к ней ничего и не надо, если мне память не изменяет. Ну, силы воли поменьше, да. Ну, я тут тоже оставлю это, просто так возьму, погонять. Так, что с шапкой у меня было? 15 силы воли дает. Шапуль, ты чё где? Это говно. Надо инквизитор такой, если, да? Ну-ка, шляпа, это что дает? С броней все понятно, что дает. В жопу такую радость. Он здесь что-то магию дает. Так, господи Иисусе, да, вот, ну-ка, давайте. Это что на 22? Сколько у меня было, господи, память у меня, а? Чё там, чё там? 26, зачем мне хуже-то? Не надо мне хуже. Ладно, пусть будет провиться, хрен с ним. О, отлично. Короче, один тонкий бархат рулит. А че, больше не сделаешь, что ли? Бессмысленно шляпу менять, к сожалению. К сожалению, со шляпой не срослось. Она лучше просто. Ладно, так. Че у меня там за знак стоял? Не буду ничего ставить. Чисто покрашу. Это так по приколу побегать. Не та. Непонятно, что менять. Так, сначала грудь покрасить. Черным бегать. С каким-то золотым бы что ни было. Уж так. Не так плохо, да? Штаны тогда. Так, хотя что-то уже так смотришь не очень, да? Так, ладно, где эта черненная парча? Где парча-то? Парча хрен? Ну ладно. Вроде подходит же баранья по цвету. Вроде под вот такого цвета бы было, эти под залученные. Интересно, есть что-нибудь подобное? Ничего такого нету, такого цвета. Что клетчатая, красная, хотя она желтая тут нарисована. Да, ничего нету, к сожалению. Как так смотрится?
Сильно выделять, это раздражает. Так, так, хер мне так. Вообще ничего не подходит. Хаверская еще ничем. Ладно, пусть пока так побудет. Что там дальше? Пентагаст. Пентагаст я не буду менять. У меня, блин, просто имбовая броня с ходячей крепостью, поэтому... И ну никак пока не поменять. Потому что это ходячая крепость, просто топчик. Где бы мне ее взять еще? Так, я просто ради интереса посмотрел. Ну да, видите, уже можно. Ну этот говно, ну вот, можно уже под 200. Хренануть, но я не буду этого делать. Потому что гладиолус. Ну блин, потому что, блин, реально, это самая топовая дресня, что я видел. Так, ладно. Сэра хотел, да. Так, сэра. Единственное, подождите. Кассандре только шляпу сменить. 22,9 телосложения, да, шляпу я поменяю. У нас это есть вот этот. Орлесианский. Это точно топчик. Стопудово, я вам говорю. Давай, Кассандра, появись уже, морда. Да. Все равно его поставлю так. Ну хоть что-нибудь. 26. О, отлично. Эверит. Эверит есть. Да. Так я и думал. Морда надо было назвать, да, ну ладно, еще пойдет. Так, конечно, не 15 силы воли, ой, не силы воли, а что там? Не 9 телосложения, но тоже 18 в ближнем бою, это замечательно. Так что давайте. Отлично, сэра. 145, всякая фигня и все. Всякая фигня, 145, ладно. Я помню, как броня у нее выглядит. Так. Я хочу, по-моему... Я вот хотел вот этот и сделать, да. Наверное, этот и сделаю. Очень мне на вид нравится. Пофиг, что он дает насрать. Снуфлера я специально купил в магазине чуть-чуть. Как дерьмо, правда, обмазанное, но... Чоппер делать. Ладно, в ближнем бою нормально. Ну-ка. Есть от дальнобойных атак что-нибудь? Хера нет. Так, ладно, что тут было побольше? Горгут. Так. К огню я сделал, да сколько там, 8? 8 это херня. Так, холоду сделаем, пофиг. Так, что-то у него было тут по ее теме. Ничего, чуть накат, удар щитом, говно, ходячую бомбу давайте. Ну давайте еще посмотрим. Клинки можно вставить. Ворона вряд ли накопится. Цепная молния. Отменная вещь. Нихера мне отменная не создается. Интересно, будут действовать клинки-то вообще или нет?
Пофиг. Будет тень, если я его смогу сделать зеленым. Так. Надо, на него, по-моему, тоже ни хрена не надо. Этот что-то даже получше почти. Ай, не то так. Не то мне опять, блин, показали. Ну да, спереди, ну неплохо. Не хуже, по крайней мере, точно. Так, 22 брони, 10 ловкости, шляпа фералданского разведчика дает. Так, шляпа, шляпа. Стрелка, по идее, надо, да, правильно? Да. Эверит, по-моему, 29 только, да, да, пофиг. Семнадцать ловкость. Ладно. Ладно, уговорили, снуфлярыч пусть будет. Шапка тени. Блин, очень надеюсь, что получится зеленым сделать, было бы здорово. Хотя, по-моему, там нет никакого зеленого, по-моему, вроде было что-то. Ладно, сейчас посмотрим. Тень я одел. Потому что по цвету выглядит говенью. Ладно. Сейчас посмотрим. Так. Руль, давай быстрее, мать. Угу. Блин, это еще помню, что у меня был какой-то зеленый, но, блин, нету нифига зеленого, плохо. С чем бы она еще сливаться не стала? Плюшевый бархат, хрен. Ситонки попробовать, как это будет выглядеть. Это вообще не то. С бараньей кожей классно, да? Тут нет такого, что ли? Шкура глубинного охотника подходит. Вот зеленый, кстати. Очень на гургут-то. Ну-ка, погодите, давай-ка так я сделаю. Паутина гургута. Так, а здесь что подходит? Сейчас глянем. Сейчас глянем. Ау. Блин, плюшевый бархат его постоянно нет, бесит. Что-то такое неприметное надо. Ну, надо же, вообще ничего не подходит. Удивительное дерьмо. Так, а плюшевый бархат подходит, этого, блин, сука, нет. Отстой. Ладно, тогда такой. Только такой. Получается, да? Либо шелк. Ну-ка, давайте, он так с камнями будет сливаться. Что тут не красится? Ничего? Ничего? Ничего не красится, что ли, реально? Не, ну ладно. Мы. Так. Змеевик подходит. Лопок пусть будет. Так, это еще что за дресня?
Не ожидал такого. Блин, грёбаная плюшевая дресня. Так. Шёлк такая. Вот это боковая. Боковая не покрасится дерьмо вот это вот. Чё так скверно? Хотя все равно не будет видно, так что нормально. Блин, ну это, блин, жалко, что это что-то, наверное, точно не крыс стороны. Ну ладно, так. Пофиг, ничего вставлять не надо, да? Угу, так. Дориан. Дориану пока ничего менять не буду, наверное. Пока не хочу, так. Блэквуд хотел сделать этот. Стражевский. Стражевский мы сделаем, пожалуй. Что давайте. Неважно, что там будет. Так. Где Блэк? Блэк, ты где, говнюк? Так. Давайте вот этот. Воинский доспех стража. Он тоже 200, да? Угу, уже на страж, стражеский сделаем. Так, наверное, только этот. Эверит. Так, сила, да? 12 телосложения сразу втыкаем. Вызвать раскол. Что такое раскол? На ловкости. Так, что еще? Сейчас не вижу ничего такого, что мне хотелось. Хотелось бы, конечно, мне вот дальнобойник. Но, блин, ладно. Сточусь к огню тоже не хочу. Ладно, пофиг. Так, чё? Ну, ему я сделаю, наверное, удар щитом. У меня что-то было дофига удара щитом, так что пофиг, сделаем. Вот так вот официально, Блэквол. Но... Окей. Пойдем по длинному пути. Вон даже так, серый страж Блэквол. Блэквол, ладно, Блэквол. С двумя я не помню. Блэквол, лапом, так. Не помню, короче, точно, если ошибся. Как говорится, бывает. Так, доспех, дивный шлем стража, по-моему. Так, ладно, сейчас... Не будем торопиться, я быстро сделаю, и особо не это. Ну, тут тоже ничего нету. Так, а различия велики? Син Блэквол. 12.80, так. Да, этот похуже, ну пофиг, что поделать. Тут получше за счет того, что можно вставить эти наручи с поножами. Пусть пока так будет, просто побегает. Так, 22. По-моему, дивный был получше. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, давай, бам-бам-бам-бам-бам, давай, блин, Блэквол, давай. Прорисуйся, говноед, блин, ты старый. Сука, ребят, извините, о боже, что это за петух вообще? О, отлично. Так. Ладно, я просто из принципа шлем стража делаю. Опять же 22 только, да? Или я ошибаюсь? Получается тут такое же. Нет смысла делать, если то же самое. Да. Сразу цвет заценим. Ну сразу все делать. Так, давай, давай.
Неси меня, олень, свою страну оленью. Так, чё? Как же ты бесишь меня. Да где железо нас наперед прокрашивать, чтобы под него подстраиваться? О, наконец-то. Зеленый не хочу. Он же серый страшный. Может сделать его серым? Ну, такой не серый. Отдает. Вот этот ничего, как вам. Ничего такой, да? Неохота сильно яркий, как бы. Но вот этот прикольный цвет, вот этот. Давайте. Серый-синим таким отдает, как по мне. Так. Я бы сначала кольчугу красанул. Да вы рофлите надо мной, чё я не угадываю, чё, кольчуга не красится, что ли? Оперный театр. Окей. Где этот купорос? А, ну понятно, наверное, что-то такое. Типа шёлка, да? Ну это шёлк подходит, как по вам? Нет, не подходит. Неохота сильно темные, тонкий бархат. Чуть-чуть не подходит. Вот такой вам. Блин, да как мне достал этот плюшевый уже, блин, а? Просто говно, ну что? Этот ничего, глянцевый, наверное, возьмем. Подходит, блин. Как ни странно. Так, это что такое? Это же мой... Ну-ка. Собачья, ничего. Давайте собачь. Хлопок подходит. Либо хлопок, либо шелк. Ну так и не был цвета шелк случайно. Нет, шелк вам посветлее, да? По-моему, этот идеально подходит, обычный вот этот цвет. Даже трогать не будем. Так, окей. Тут синий купорос. Все. Больше ничего. Так, ну отлично. Идеально практически. Блин, хотел бы сказать, я, но мне не нравится этот. Эти полоски. Это что у нас было это? Нет. Вот это. Блин, что-то не подходит они вообще, если честно. Под руками что-то сильно коричневое, они не меняются. Под руками меняются, вот они. Посветлее бы чуть-чуть. Такие, блин, нет. Короче, не знаю, наверное, пусть такие вот, хотя мне не нравится. Я не в восторге этого дерьма, так. Колу сделали. Шляпу ему менять не буду. Что ты его шляпа, а не пока, ну, как бы нормально. Как бы все оки-токи с колу. Мне даже доспех на нем понравилось, как смотрится. Зеленый, не знаю почему. Ничего вроде, да? Пусть такое будет. Вивьен, наверное, тоже не буду делать. Маги как-то тащат. Нет смысла Солосу бы я сделал, если есть этот. Далийский, по-моему, у меня был, если память не изменяет. Попробуем сделать. По-моему, был у нас доспех Далийского, мне кажется. Хоть он и слабый, насрать сделаем. Если есть. Ну давай! Ну это вообще ужасен. Не хочу даже вообще смотреть. Я же блевать тянет. Так. По-моему, был у меня. Не уверен. Будет обидно, если не было. Мне кажется, я брал, нет? Похоже.
Походу не брали, блин. Походу я не брал, ребята. Жаль. Вот это этому классу подходит. Блин, как я разочарован-то. Где же был, мне казалось, я видел. Давайте соус, может такое сделаем? Сколько у него брони? Сто девять, да, ему уже пора сделать. Думаю, ребят, время пришло сделать ему это. Потому что это оптимально бесит. А, доспех мага серого стража классно выглядит, он мне нравится. Хотя это тоже ничего, да, такой. Ох, этот костлевый пресс. Это вообще какой-то бомж с перевала, блин. Это вообще молчу. Вот этот классно выглядит, реально прям. Класс смотрится. Давайте попробуем. Ладно, хайверска, на этого бомжа потратим, не жалко. Так. Даже не знаю, блин. Окей. Не хочу говно. Ну просто говно, не знаю, что сказать, без слез не взглянешь, блядь. Ни одного полезного стата нафиг, варик. Не буду варику менять, во-первых, малого берем, во-вторых. Что-то ладно, неохота, вроде нормально потом. Быку вот что-то переделать, что ли, не знаю. Ну, по-моему, у него так максимально, нет? Нет, не максимальный. Так, 187 брони. Потому что тут есть превосходный Шократар. Как раз для него. Появись. Это ужасно. Это мы, ну, подобное что-то мы делали. Так, ладно. Давайте посмотрим, что может. Превосходный широкотрапарара. И как он там, блин? 253, видимо, лучше нету, да? Полтора к вероятности лечения при убийстве. Но я забыл, что тут читать, там уже на снизу вот здесь. Вот. Тут все написано, я думаю, что за дерьмо? Бонус к лечению. Да, не впечатляет. Пусть будет лечение всех истошников. Пять, что ли? Блин, есть смысл тогда против какого-нибудь одного сделать, блин. Устойчивость к огню, например, как где-нибудь тут было. Или типа два бонуса лечения сделать при убийстве. Не знаю. Ладно, просто так тогда. Тебе нет смысла этой броне, такое ощущение. Че там последний-то дает? Короче, не знаю, там, по-моему, получше было, блин. Такое ощущение, эти доспехи все говно, всякую херню дают. Я хочу, мне надо именно на силы. Я понимаю, статы тоже можно хорошие сделать. Но у меня нет, 14 силы он дает, блин. Ну окей, давайте с оружием посмотрим. У меня есть посох электричества, посох огня. Посох холода есть, да? У меня был посох холода? У меня был посох холода? Окей. Холод плюс оскверняющая руна. Огонь плюс духовная. И огонь плюс духовная. Что-то у меня два огня плюс духовная. Да?
Это что ли? Ну ладно, этот оставлю, что может это кому-нибудь засунуть его. 12-4 силы. Хочу просто посмотреть, может какой-то посох можно посильнее сделать. Не помню, нельзя. Ой, не здесь. Не здесь! Ведьмин посох. Как наши выглядит? Как вообще наши выглядит? Ну давай, 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 давай. Блин. Отвертка. Вот этот прикольный. Понятно. Ну ладно, давай посмотрим, что можно сделать. Смотри, что я дрочусь туда-сюда, но я урон даже не посмотрел. 33. 49. 38. 33. 49 максимум. Ну-ка, может этот больше урон дает. Да, можно и побольше, видимо, сделать. Это электричество. Ну-ка, ну-ка. Это уже интересно. 15 против барьеров. 21 крит. Ну, это понятно. 12 против барьеров. Ну-ка, давайте-ка 15 против барьеров. Я воткну глазец себе. Себе я не пожалею точно. Все мои эмоции нахрен. Все говно, блин, просто невероятно. Драконе не хочется тратить. Давайте, не так плохо. Вы поняли, надо, чтобы не запутаться, что новый, так, видимо, к этой елде что-то надо приторбанить, да? Так, к нему надо рукоять и острие. Рукоять и острие. Вот я вот это нашел, помните, где он не мог достать? Ну, короче, я так и не понял, но рукоять мы получили. 8 силы воли. Это уже неплохо, ребят. Пять магии, 30 силы воли, берем. Еще 5 против барьера, отлично. Отлично, так, рукоять, теперь надо это... Острие. Такое же сейчас воткнем. О, тоже дает. 6 силы воли. 4, так, ну это понятно. Где тут? Давайте. Предпочту силы воли, пофиг, что парчи нету, блин. Че ты погорячился, да? Так, давайте здесь так, а здесь тогда магии добавим. Вот так вот. Окей. Окей, блин, бригада. Так, что там?
Так. И давайте посмотрим, что там у меня чем бьет. Против демонов. Духовная. Духовная. Оскверняющая. Оскверняющая против демонов и духовная. Так, ну-ка, там что лежит? В краснохромовника бы сделать его, чтобы сразу был. О, надо же, как удачно, да? А у меня тут не испорченный разве? Ну-ка, погодите, это чё? Оскверняющий, да против кого? По живым существам, нет, окей. Ну, смотрите, как удачно. Валяется у меня такая дресня, руна очищения. У меня вообще что-то до хрена чего валяется, я вам скажу по секрету. Наделал, да? Так, ну ладно, давайте. Возьму и проверим, может, руна очищения еще лучше можно сделать. В чем я конечно сомневаюсь. Все, кроме посоха. Да, можно представлять. Сделаю тогда себе. Будет у меня посох против храмовников этих. Уже лучше можем сделать к созелению. Еще против драконов бы можно было что-то сделать. А почему переименовывать нельзя? Нихрена себе посох, ребят, получился-то. Просто это, я прям не зря. Так, а где? Ну, даже кровослед ставить, он, по-моему, самый мощный на 96, да? 50 от электричества, 32 испорченное против храмовников, 15 с фланга, 20 против барьера, 11 магия, 36 силы воли, 30 к урону. Не, ну это топовый у меня получился этот-то. Пасашок-то, давайте. Блин, какие дурацкие резиночки, блин, не, ребята, надо перекрасить. Будто я в бочку с йодом упал, блин. Чё за кал, как меня это бесит. Блин. Просто серый сделаю, вообще невозможно, блин. Где тут черное что-нибудь было? Вот, хлопок только. А, ну вот, парчи. Ну, невозможно, выглядит как говно. Говно и есть, блин. Чё там у нас с этой парашей? Белая. Ну чё вот белая? Нафига мне белая? Синий, да, смотрите, у нас посох синий, может шапку синюю сделать немного. Видите, посох-то синий. Как думаете? Все равно не видно будет. Ой, жопа черный. Да, говно, не могу, не могу. Говно, оно есть, говно. Так, окей, погнали дальше, ребятки. Что там у нас есть? Так, против демонов 150. Это всякий кал, блин. Блин, не туда. Так. Меча искателя какого-нибудь нет? Меч искателя, ты есть, нет? А, хрен мне, да? Ну, неохота волнистый делать. Пофиг, можешь делать такой. Ой. Ну, тот 150 бессмысленно, да? Ну ладно, давайте посмотрим. Только и верит. Знаешь, видите, что-то, по-моему, лежало там, да? Ну-ка,
50, да? 150, да. 150. Калун, 168. Говно, топор. Этот ничего, но топор что-то, я не горю желанием давать Кассандре. Хотя 9 телосложения опять же, так, ладно. Блэкловский, раздели, раздели. Ложка, так, это все двойные. Маг. Посох, а в куче клинок. Это что такое? Это кинжал. Что кинжал? Это тоже кинжал. Так, это... Так, это что? Тоже кинжал, да? Это, может, единственное, я бы и дал поугарать. Актуален, но мудрость Дертамена может дать, блин. А, да, давайте кусок сыра и дадим, да и все. Ладно. Надо оптимально взглянуть на вещи. 9 телосложения, 2 силы. 150. 150, да, или 156, господи. 150. 9 телосложения, 2 силы. Блин, 150. Так. Это уже 163, это факт. Ладно, 5 силы 3-го сложения, окей. Вряд ли она не будет ударов не получать. Давайте удар щитом, пофиг. Названием. Так, ладно. И надо рукоять, да, насколько я понимаю. Ну, руну еще надо, помимо рукоять. Так, а что, рукоять меча? Как он называется, эта хрень-то? Рукоять просто. Окей. Тугая рукоять. Удар, гол! Тут там гол забил, так. Ну чё, нет ничего дельного, что ли, блин? Хочу силу, ловкость. Ой, силу, телосложение. Чё? А? Чё он делает? Почему так хреново? Че, погодите. Да, ну и гол, блин. Я плачу от таких голов. Блин, слепые, что ли? Как можно такое пропустить? Короче, нихера, нет. Всякое говно. Ну, понятно, я тебе не даю. А, один дает.
Да, причем эскиз уровень один, блин. Ну-ка. Максим, что я получу? Две силы, одно телосложение. Например. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, где? Где имбовая, тугая? Критического удара. Бонус против обороны возьмем. Так. Еще могу сделать, да? Могу. Это, походу, последнее, да? Нет. Кассандре такой жирный кусман не перепадет, хрен ей. Слишком жирно, мать тебе, будет. Обычную вставим. То ж ты бахнешь-то. Так, вот чё? Против демонов, наверное, тоже оставлю. Валяются мне все эти вот мечи, валяться тут все подряд, главное не продать эту дресню, потому что чеки еще расширить придется. Так, ну и в итоге чё, где он? 186 лучше, 147 урон лучше. По красным храмовникам понятно, 6 против обороны, 8 с фланга, 7 критический лучше, 5 силы и 9 телосложения силы лучше, и дар щитом все лучше. Отлично. Ну, щит искателя я так и оставлю. Щит огня. Почему щит огня? Жертвоприношение, типа так, сэра. Сера. У нее лук 88 рун, огненная руна. Далийский. Руна очищения. Очищение-то у нас против красных храмовников. Очищение же я вставлял. А? Да, так, ну против красных храмовников у нее есть оружие. Против демонов есть, против красных храмовников есть. И огня, да. Просто я сыри ни один лук не так. 88, 119, 151. Просто ни один лук я еще не сделал. Очень хочется. Хоть один сделать. Да, 120. Он был еще где-то 120. Набор десника. Ну, допустим, сейчас просто посмотрю, что получится. Пробивание брони. Бонус к урону против обороны, например. Урона против обороны, например. Да, это уже плоховато. Ну, 18, допустим, при атаке с фланга. Видно, что это кал просто, ну, смешно. Просто смешно, ребята. У меня тоже против храмовников, так что пока пойдет. А вот этому бы... Это чё, морозное? Да, мы просто против храмовников тоже что-нибудь сделаем, да. Топор, может, там склепать? Чё, 7 мечей клепать неохота? 180, ну давайте посмотрим. Как всегда видим, кроме Аверита. Аверита нам пока хватает, 184, ну окей.
Как-то не очень, да. Кал. Так, это чё у нас, чем бьет? Да, этот получше, ладно. Ладно, не буду, пусть мечами бегает, блин. Так. Это моя насила, наверное, впихну побольше, да? Больше 9 силы не было, ну хотя... Ну так, ничего. Так, чё тебе-то впендюрим, говноед? Так. Щитом. Ничего, бомба. Радаре 5 единиц накопления обороны. Давайте, наверное. Защиты. Так. Рукоять. Рукояди. Тугая. Так. Ладно, 14 максимум. Так и был. А, вот, 21. Синуфлера опять. Руну надо очищение взять. Фланговое. Превосходное. Прям для свирепости. Я уже рофлю, по-моему, от тупости. Так, ну у меня еще одна была руна очищения. Эту руну очищения мастерскую мы пока оставим, ребята. Ребятки, козулятки. Так, чё? Медь защиты, да? Испорченный. Кто испортил меч? Так, что там у нас? Кто такой сраный зверь? Красный там чувак, чем урон очищения? Морозное, ну не знаю. Че, нафига ему так говно вставил? Смотри, у нас тесак посевая. Вот Блэкл классно, блин, щит хотел поменять. Извиняюсь, ребятка, думаю, что-то забыл. Щит хотел ему поменять. Да, вот этот. Да? Да. Я ему сделал вот. 32. Они все 32. Ну давай, А. Нет, смотри, 48. Строевой. Может, строевой, а? 1864. Один, ну-ка, погодите. Ничего такой. Что-то я прям, ну хоть бы эверита хватило. А надо не 44, просто до хрена прям меня радует это. Тьп, это неплохо, плюс одни силы воль дает. Че такое? Получить удар, нанести нападающий раскол. Что за раскол? Я до сих пор понять не могу, что такое раскол. Давайте объясните мне, блин. Шустойчивость к огню меня вообще не впечатляет, если честно. Пофиг, пусть будет раскол. Тоже удар щитом его откуда где тут был. Он реально строевой для строя, чтобы сдержать оборону, когда, знаете, нападаете большой армией, типа спереди их ставишь.
Типа, держать строй, блин. Такое вот говно, так. Что-то этот-то получше, да? Блин. Блин. Ну, блин. Блин, он мне не нравится. Ну, ладно, он с ним походит, конечно. А стража, если бы я сделал, как бы это было бы там по-другому все, да? Понятно, почему я тот сделал. Потому что щит вожака вот эту дресню все дает, блин. Ладно, пусть тоже валяется. Пока так походит. Что там у нас дальше? Колу потом, если что, вставлю это. В кинжалы мы ему сделали. Ладно, пусть пока. Вен, что, Тирда, да? Да, Тирда хорош. А у этого буря тоже неплохо. Вообще прям неплохие посохи пусть будут. Варику. Так, Варик. Им надо посмотреть, что для Бьянки делал последний. Варюнь. Братан, так. Смертоносный прицел. Так, ну понятно. Надо так смотреть. Прицел 12 критическому урону дает. Я просто не запомню. 9 ловкости, 6 силы. 12 критическому, 9 ловкости рукоять дает. 6, 3 силы, 9 критического. Не запомню все равно, ну ладно. Прицел 2. Просто странно. Прицел 9 ловкости дает, да? Короче, буду по очереди. Не запомню так. Записывать в ламинго. Где ты? Так. Прицел. 12 критического урона он дает. Бонус критическому 12. Нет смысла делать, потому что нету материалов ни хрена, блин. Одни металлы у меня. Так, следующий, что там? Ладно, я лучше 3 раза сбегаю, потеряю время, чтобы сделать все четко. Так, рукоять 9 ловкости дает. Рукоять 9 ловкости. Угу. 20 ловкости, это есть смысл делать. Ну, понятно, вот это сделаем. Окей. А там что-то. Что еще рука? Плечи. Плечи я запомнил вроде. Плечи, плечи. Так, плечи. Плечи 2. Это плечи? Да. Ну это понятно. Это этот, наверное, да, плюс 56, но это по-любому лучше будет. 9, там было 6 сил, 3 телосложения, что-то такое. Ну понятно, опять что-нибудь типа люстра. Или где-то двое. А, вот. 6 сил, 3 телосложения, так и было. Давайте. Ой. Не то, не то.
А, смотри, тут еще что-то есть. Так, 6 силы, 3 телосложения и 9 что-то там процентов бонус критическому. Что-то такое. Значит, ну ладно, давайте попробуем. Так. Так, рукоять. Так, ну рукоять явно получше. Плечи. Да, ведь урон больше. А, прицел потом поставим. Так, окей. Бык. Оружие. Так она так же выглядит, что ли? Так, и чё? 242, 198, 16 по площади от огня, 3 атака, 12 против обороны, 28 силы. Не такой плохой. Не такой плохой, очень неплохой. Так, где? Ну, то он и есть, наверное. Я думаю, да. Так, ну все. Это максимум, что я смог выжить. Так что более-менее еще. Сейчас выкину, что не надо. Оружие, тесак выкину, меч Кэс оставлю против демонов. Щит пока тоже, так. Шляпу скинем, шлем Кэс продадим. Молнию, сырятину и щит Блэквелл оставлю. Это понятно? Так, это все продаем. 2-0. Что там у нас? Федор Самолов. Как удивительно. Так. Ну все, наверное, народ, да? Наверное, все. Так, я это сделал. Так что... Вот так вот пока что.